Он в землю лег за пять шагов, за пять ночей и за пять снов, лицом на запад и ногами на восток. Он в землю лег за пять шагов, за пять ночей и за пять снов, лицом на запад и ногами на восток. Дорогие друзья, доброе утро. Вот мы проснулись, сейчас готовимся к официальному открытию нашего слета «Журавлиный край». Сейчас подключился вокально-инструментальный ансамбль городского дома культуры. Видите, как видите, я немножечко переоблачился в более разутюженную одежду, но сам я не менее помят. Ну, как я и говорил вчера, будем вас немножечко освещать во всем происходящем сегодня, здесь и завтра. Программа достаточно обширная, достаточно интересная, и караванеры чувствуют себя здесь уютно, как они вчера сами и говорили. Ну, вот вы видите, за моей спиной проходит подготовка к официальному открытию, и дальше будет еще концерт. Всем доброе утро! А утро действительно доброе, потому что сегодня наша гостеприимная Ганцевщина принимает гостей из Воронежа, Минска, Пинска, Гомеля, Гродно, Волковыска, Драгичина. Ну, не ошибайтесь тех, кого я не назвала, потому что этот список бесконечный сегодня у нас. Я хочу сказать, что уже второй год подряд, последние выходные июля, мы принимаем наших гостей. У нас традиционным уже стало, проходит музыкально-спортивный слет бардов и каравайнеров. Хорошо отдохнуть, набраться позитива, энергии, и чтобы вы уехали с самыми хорошими пожеланиями из нашего города. Ну а также мы к микрофону приглашаем председателя клуба белорусских каравайнеров Виктора Арабея. Доброе утро, дорогие друзья. Ну, первое, что хочу сказать, это большое спасибо организаторам, что они превратили вот этот кусочек леса в такую прекрасную сказку, своеобразную. Большое спасибо за приглашение, что вы нас приглашаете, не забываете. Надеемся, что с каждым годом этот слет будет разрастаться, людей будет все время больше и больше. Гости будут подтягиваться не только из Белоруссии, но из России и Украины, дальнего зарубежья. И я так полагаю, что слету жить и развиваться. Ну и еще такой моментик. Ровно год назад решением коллегии Министерства юстиции Республики Беларусь был зарегистрирован наш белорусский клуб караванеров. Поэтому у нас сегодня маленький юбилей, который совпал с вашим праздником. Мы принимаем поздравления, где мы находимся, вы знаете, приходите с подарками, мы вас ждем. Меняется все, в наш век перемен. Меняется звук, меняется слог, и спета про все. Но выйди за дверь, как много вокруг забытых дорог. Давайте все. В добрый час, друзья, в добрый час. Наши дни, не зря эти дни. Я вас жду, я помню о вас. Знаю я, что мы не одни. Пусть как никогда натянута нить, не стоит бежать и не стоит робеть. Так было всегда, легко говорить, труднее сыграть, а тем более спеть. Добрый час, друзья, поем в добрый час. Наши дни, не зря эти дни. Я вас жду, я помню о вас. Знаю я, что мы не одни. Добрый час, друзья, добрый час. Наши дни, не зря эти дни. Я вас жду, я помню о вас. Знаю я, что мы не одни. Добрый час! Браво! Браво!
Я помню рай, военкомат, десант не годен, так-то, брат, таким, как ты, там мне впротык, и дальше смех. Мол, из тебя какой солдат, тебя хоть сразу в медсанбат, а из меня такой солдат, как изо всех. Мол, из тебя какой солдат, тебя хоть сразу в медсанбат, а из меня такой солдат, как изо всех. А на войне, как на войне, а мне и вовсе мне вдвойне, присохла к телу гимнастерка на спине. Я отставал с боем строю, но как-то раз в одном бою, не знаю чем, я приглянулся старшине. Я отставал с боем строю, но как-то раз в одном бою, не знаю чем, я приглянулся старшине. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эхо пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. И что ж грустишь, бродяга, а ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе сегодня скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе сегодня скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.